Торжественный парад, посвященный годовщине легендарного военного парада 41-го года, прошел в Москве 76 лет назад. В этот день бойцы Красной Армии и ополчения от стен Кремля отправились на фронт защищать Москву от фашистов. В этом году в параде участвовали около 5000 человек, среди них солдаты Минобороны России, воспитанники московских военно-музыкального и Суворовского училища, а также кадеты. По Красной площади проехала и военная техника той эпохи. Ветераны наблюдали за парадом с трибун.